Теперь к событиям в Молдавии. В центре Кишинева грандиозный митинг, который уже называют чуть ли не самым массовым в истории страны. Участников, по данным организаторов, до 100 тысяч человек. Манифестанты требуют отставки президента и правительства, сформированного Альянсом за европейскую интеграцию. А еще призывают разобраться с вороватыми чиновниками, которые несколько месяцев назад спровоцировали банковский кризис, позволив вывести из страны миллиард евро. Пару часов назад группа протестующих попыталась прорваться в здание генпрокуратуры, что вызвало стычку с полицией. Стражи порядка оттеснили толпу, задержав несколько человек. Основная акция проходит на центральной площади и уже объявлена бессрочной. Там, по некоторым данным, начали устанавливать палатки. Манифестанты не собираются расходиться, пока власти не выполнят их условия. Помимо отставки коррумпированных чиновников, это реформа судебной и надзорной системы, а также возвращение выведенных за рубеж денег.